Они либо говорят, что хотят меня зарезать, либо они мои фанаты. Очень тяжело. Очень тяжело. Потому что ничего не слышно, столы трясутся, ничего не понятно. Просто можно с ума сойти по ощущениям. Ты чувствуешь еще эту энергетику, которая все против тебя, абсолютно. Есть, конечно, огромное спасибо фанатам, которые поддерживают нас на сцене. Это герои для нас. Потому что без них, я думаю, было бы еще хуже.